Спонсор показа – ветеринарная клиника «Теремок Зоо». Вайнера 45В. Телефон 646-003. Этот малыш с грустными глазами в приют попал вчера вечером. Волонтеры нашли его в подъезде дома в микрорайоне Талица. Работники приюта предполагают, хозяева избавились от щенка, когда он заболел. Сейчас пес не может вставать, ничего не ест и не пьет. И только при виде волонтеров начинает весело вилять хвостом. Отказывается от еды, он полностью не ест ничего. Может, кто захочет видеть, он какой-то как полупородистый кобелек. Хвост у него, окрас красивый. Может, кто захочет взять его полечить дома, потому что дома-то все равно лучше. Этот годовалый пес в приюте тоже новичок, но всего за один день он нашел общий язык и с работниками приюта, и с другими собаками. Волонтеры привезли его из поселка Билимбай. Предполагают, что у четвероногого был дом, но животное отпускали на свободный выгул. Сейчас зоозащитники ищут прежних владельцев. Пес имеет отличительную черту. На его морде горизонтальная белая полоска. Если хозяева быстро не откликнутся, будут искать новых. Он ошейник, он и поводок хорошо знает, он людей знает, он не агрессивный, ничего. Видите, ласковый какой, хотя он второй день в приюте. Эту рыжую малышку отловили в микрорайоне Хромпик. Ей около 5 месяцев, и детское любопытство не дает покоя. Собачка активная и не боится людей, ухожена. Поэтому зоозащитники уверены, у нее есть хозяева. Или потеряли у магазина там на Хромпике, или прибилась просто к магазину. Может быть, выбросили ее, потому что эту девочку, видите, она маленькая, думали. Она чуть подросла, может, потеряли. Ну вот ищем хозяев. В Первоуральском приюте сейчас более 180 собак. Среди них много породистых, есть крупные и миниатюрные, пушистые и гладкошерстные, взрослые собаки и щенки. Все они каждый день ждут любящих хозяев. Четвероногим необходимы корма и медикаменты. Также в приюте не откажутся от вещей для утепления на зиму вольеров и будок.